Привет, фестиваль! Это группа Чайм вдвоем! Эй! Второй по популярности мужской дуэт в России. Вообще-то, в общем-то, как и всегда, мы находимся сейчас в своем ежегодном отпуске, который у нас длится с 9 марта по 7 марта будущего года. Но специально для фестиваля мы написали нашу новую песню, которую посвящаем не женщинам, а мужчинам, а конкретнее отцам. Еще совсем малюсенькие рожки торчат из головы совсем немножко, и все друзья увидят, замечают, мол, все давно уже знали. Так хочется назвать все это бредом, но очень уж походит на соседа. Твой родной сынок, ну изменила, с кем не бывает, о шубе пусть забывает. Случай, однако, не единичный. Помню, еще был секс за больничный. Еще с продавцом, плосом и танкистом, и нетрадиционным стилистом. И это все лишь только за четверг, четверг, четверг. Быстрее растут малюсенькие рожки, уже ходить мешают по дорожке, и все друзья, увидев, замечают, что ты подставка по шляпу. И если все так будет продолжаться, то в доме перестанет помещаться голова твоя. Кто-то сидит сейчас и считает, что у него не такая, не изменяет все время дома, ни с кем не дружит с района. Но погоди, не будь так уверен, и в прочных стенах тоже есть двери. Ведь в город приезжает чай вдвоем, ваш чай вдвоем. Мужчин в округе рожки и тысячи колясок по дорожкам, и все друзья, увидев, замечают, глаза похожи на бицепс. И через 20 лет в таких районах уж будет целый хор и чай вдвоем. Чай вдвоем. Первый голый хор. Первый голый хор. Владимир Бутенко, Денис Смык, Волгоград. Родные, ласковые, мы еще вернемся. Смотрите нас во всех телевизорах и снах страны.